Всем привет, дамы и господа, с вами Деломоб. Мы играем в игру под названием Супермаркет Симулятор. Продолжить жмякаем и смотрим, на чем я там остановился. Так, два типа бегают уверенно, причем бегают, забирают. На одном велике катаются. Надо что-то тут, надо два велосипеда. Раз их два, значит два велика надобно. И вообще, если их два, то должны быть уже вот такие типа штучки. Туда типа заезжают, паркуются. Правильно? Но разработчикам это... Пока что что-то до них, до них еще это не дошло. Не дошло. Ну ладно. Оставим это на совести их. А мы продолжаем наши делишки. Так, куда он понес? Это хлеб. Хлеб можно и сюда запихнуть. Что у нас происходит вообще? А происходит у нас то... Ой, одна. Капец. 20. Одна, это вот... Бимка. Пчелка. Не можем это поставить, но ничего. Это что у нас, соль? Поможем соль выложить. А там есть что-то еще в коробке? Еще одна солька осталась. Так, что-то мы... О, муки нету вообще. Так, значит, у нас... Вообще нам надо смотреть на полки и на этом ориентироваться. Но хлеба у нас мало, этого мало. Значит, две печеньки, две звездочки, два хлеба. Две печеньки, две звездочки, два хлеба. Два хлеба, две печеньки, две звездочки. Есть. Еще можем чуть товара подглядеть здесь, посмотреть. А, наверное, одну кофе и одну чая, плюс две злака. Кофе, чай и двое злаков этих дешевых, самых ранних. Так, кофе, злаки... Кофе, чай. А, все, максимум. Мы остановились на кофе. Купить, пока не забыли. Чай две в корзину. Сразу же купим вот такой вот кофе. И сделаем затар. С кофе мы вопрос закрыли. Так, кофе, чай, соки хватает, хватает. Вот сахарная пудра 16. Может быть, одну сахарную пудру, которая более хитрая. И две жареных картошки. Картошки фри имеется в виду. И две злаки. Вот эти хитрые. Купили. $1000 остается. Это очень немного. Две курицы. Три курицы. Три курицы. Так, картошка. Это хорошо. Молочко хорошо. Три курицы. Две картошки. Три курицы. Две картошки. Кстати, на картофель у меня места по сути нет. Три курицы, две картошки. И что там еще было? Что-то я еще присмотрел. Три курицы, две картошки и вот эти вот. И две вот эти. Три курицы, две картошки. Так, вниз. Две картошки. Раз, два, три курицы. И вот эти, как они там... Блин, вылетело из головы. Вот, вспомнил. Тунец. Два тунца. Есть. Две курицы, две картошки, два тунца. Закрыли вопрос. Молока хватает. Тут еще одна целая новая упаковка. 12. Это сколько? 16. То есть получается тут вообще очень мало. Эту в зал унесем. Молочную продукцию. Будем выкладывать. Так, хорошо. О, кстати, смотрите-ка. У нас тут новые соки полностью. Мы не покупали их новые. Можно их здесь хранить. Хотя, может быть, будем подгружать их, наверное. Наверное, будем сами их подгружать, помогать. Так, хорошо. На чем я остановился? Яйца. Два... Вот яйца, которые... Которые по 12. 7 штучек всего. Яйца по 12. Яйца по 12. И что еще? Яйца по 12. Картошку взял. Молоко и темный сыр. Яйца по 12, молоко и темный рис. Темный рис, яйца по 12 и молоко в бутлях. В бутлях вот такое. Раз, два. Все, 6 есть. Что там еще там было? Что-то, что-то, что-то. Темный рис. Светлый рис одну пачку и 2 оливкового масла. Светлый такой рис. Вот это 100% надо было. Светлый рис.
Блин, а теперь вылетело. Ага, вспомнил. Две оливки. А, все, уже нет места. Две оливки и два обычного подсолнечного. Так, у меня 400 долларов, ё-моё, 345 осталось. Ужас. А, муку мы взяли. Шоколадные конфеты. Шоколадные конфеты. Вода, которая синяя. Вода, которая синяя. Шоколадные конфеты. Вода, которая синяя. Шоколадные конфеты. Два вида сыра. Я же сейчас все забуду. Так, это можно сюда. Нет, нельзя. Шоколадные конфеты. Вода синяя. Шоколадные конфеты. Вода синяя. Так, шоколадные конфеты. Вода синяя. Она где-то внизу. И что там было? Два вида чего? И чего-то там было. А, раз, два, три. Туалетные бумаги. Берем. Так, идем напоминать себе. Так, это мы взяли. Это мы взяли. А, два вида сыра. Два вида сыра и мука. Два вида сыра, мука. Два вида сыра и мука. Все, мы все купили. Два вида сыра. Так, мука. Подожди, мука, мука, мука. Вот это мука. Разве ее не купили? Два вида сыра. Давайте не будем спешить. Два вида сыра. И второй сыр. Вот этот. Купим. Еще раз пересмотрю. Еще раз пересмотрю. Эту муку я взял. А, это не мука, это рис. Рис перепутал с рисом. Две пачки риса. Мне хватит. Это такой дешевенький рис. Где-то был сверху. Вот он. Как раз тютелька, тютельку. Все, тупо все скупил. Теперь бы это все быстренько как-то разложить. Так, что мне в первую очередь надо разложить? Ну, муку бы поразложить. Но как я тут ее найду? Рис. Макарушки не поставятся. Так, это макарушки унесем. Унесем сюда. Унесем. Так, ну да ладно, пофиг, открываемся. Курица. Курица есть. Так, курица есть. Хлебушак. Три хлеба забираем. Нульцевый хлеб загружаем. Три хлеба. Три хлеба. Сюда его. Так, что тут у нас? Туалетная бумага. Наверх ее. Детская хрумтелка. Сюда ее. Картофенчик. Картоф. Молоко. О. Рис нужен. Уже челик пошел. Вода не загружается. Блин. Яйца по 12. Ой-ой-ой, коробки две, что ли? Яйца по 12. Так, это сюда. Где рис? Кто-то видит рис? Курица. Туна. Берем туну. Кофе, чай, картошка. Сыр, ё-моё. Я по коробкам прыгаю, как этот. Попрыгунчик. Сахарная пудра. Дофига ее тут. Туалетная бумажка. Сюда ее. Молочко, еще одна упаковка. От этого темного риса найти бы. Среди миллиона коробок. Я ведь точно покупал. Это белый рис. Белый рис, белый рис, белый, белый, белый рис. А темный, что я не купил его? Может такой быть? Печеньки. Печеньки, печенюшки. Сюда их. Сейчас же ж не найдут. О, темный рис. И сюда его. Ура. Коробка плоская, длинная.
Плоская длинная коробичка. Все. Сейчас разложу. Так, кофе. Сюда. Пик-пик-пик-пик-пик. Пик-пик-пик. 32 единицы кофеентуса. Подсолнечное масло. Пополняем. 15. Хрустяшки детские. Хрустяшки детские. Хрустяшки туна. Не ставится туна. Яйца 12. Яйца 12. Мука. Есть мука. Симулятор носильщика у нас уже не симулятор супермаркета, а симулятор носильщика. Симулятор расстановки товаров. Так, курица. Сендвишеньки. Картофель. Картофончик. Сюда. Подсолнечное масло. Сюда. Картошка, картошка, картошка. Картошка фри. Тут у нас базируется. Это у нас... Опа, кофе светлый. 20. Кофе... Это чай темный. 33. Пудра сахарная. Сюда пока что. Оливковое масло. 23. Курочка. Шоколадные конфетки. Конфетки. Сыр. Два вида сыра у нас там. Помним, помним, помним. Еще шоколадные конфетки. Сюда их. Шоколадные, шоколадные. Так, это сыр. Оливковое масло. Сюда его. 80 баксов всего заработал. Маловато будет. Хлебушек. Второй этот самый. Ярус прогружаем уже. Так, со звездочкой. Кекс. Мука. Места нету на муку. Пока что не купили. Так, кофе светлой прожарки. Сюда. Осталось чуть-чуть коробок. Идем в салон. Идем в зал. Помогать пацанам. Разгрузку совершать. Не туда зашел. Звездочки 47 уже. Так, вообще полка должна быть забита товаром такого плана полностью. Тогда будет кайф. Надолго хватит этого добра. Вот такие вот полки должны быть полностью загружены, забиты. Вот это будет тогда профессионально, я считаю. Так, свет включаем. Смотрим, что можем помочь. Что можем подгрузить, помочь. Что можно выиграть, выкинуть. Коробки лишние. Опа, одну коробку нашел в чаендры. Чая сюда. Смотрим, что дальше. Био яйца. Так. Что-то помогаю, что-то выгружаю, что-то выкидываю. Две кассы работают, все вроде довольны. Смотрим, быстренько пробегаемся. Вот смотрите-ка, эти вот макарошки, их совсем мало. О, принес наконец-то. Так, макаронки. Ты муки маловато. Хлеб, чтобы не помочь разгрузить пацанам. Так, это выкинуть. Так, что здесь? Картошка, туалетная бумага. Спрайт. Я его спрайтом называю, может, он похож на спрайт. Яблочная тема. Так, чуть помогли. Апельсиновая тема. Так. Молочко. Йогурт. Картошку. Курица. Не вижу. Курица. Все. Как бы все хорошо. Соль можно было помочь поднести им. А можно уже завершить день. Пускай сами несут. Мы пока попьем сами кофе, а расслабимся себе. Это не кофе, это 3 в 1 такое капучино. Я пью капучино и добавил туда этого, как его, сухого молока.
Ничего себе, у нее татушка, гля. На заднице. Ты видишь? Татуированная какая, мадам. С буферами. Татуированная у нас на заднице. Смотри, стала, ля-ля. Как присесть? Я не умею присаживаться, чтобы ее рассмотреть получше. Стыдно, что ли, прячется. Но пойдешь на заставку к нам? Куда пошла? На заставку к нам пойдешь? На заставку, чтобы больше кликов было. Пойдешь на заставку? Скромничает. Скромница. Еще и скромная. Татуировка такая, не скромная. Так, не будем отвлекаться на такие вещи. Давайте раскладывать товар. Так, это мы разложили, выкидываем. Что? Для посуды капсулы. А это что? Это что? Слепошары. 21.72, все, ок. Слепошары, Василий. Ох, ну бывает, что поделать. Слепошары, Василий. Не заметил, дядя. Чё его ругать-то? Так, эти выкидываем. Выкидываем. Уровень у меня 26-й. Курочку. Ага, мы тут и тут решили тоже курочку пока что держим. Пока мы новый себе не купили ничего. Так, злаки. Коробка. А там соль, кажется. О, можно подгрузить соль. Помогу немножечко. Так. Так. Что там? Где далеко злаки, а их не тут. Выгружать. О, почти все выгрузил. Так. А что, вот молока не хватает? Что, все молочко это разобрали? О, реально нету. Молочко все разобрали, негодяи. Так. Молочко, все разобрали. Ну, как-то подумать над этим вопросом. Во-первых, чтобы полку заполнить полностью. Во-вторых, купить еще... То есть, три молока по-любому надо купить. Так, окей. Окей. Нажимаем Enter. Смотрим, что мы там... Товар опять не найдено. Ничего себе. Мне интересно, как они не находят товар? Очки магазина. Так, кофе темный, соль и йогурт. 9.80. Соль, йогурт. Соль. Йогурт. 1. Ну, можно за 2 бакса оставить. Давайте 1 по-хитрому. Как можно удалить? 1 не ставится. Ой, надо все удалять, походу. 1.99 акция. По-хитрому поставим. Так, ладненько. Ладненько. Давайте смотреть, чего у нас не хватает. У нас 2500 долларов. Это довольно-таки хорошая сумма, я бы сказал. Мед. Одна упаковка меда. Одна упаковка Пабло. И одна упаковка сахарной пудры. Давайте с этого и начнем. Так, мед, Пабло и сахарная пудра. Купил. Все по одному взял. Что здесь? Ага, молоко, темный рис. Молоко и темный рис. Молоко. Наверное, 4 упаковки. Темный рис. Что-то так начали разбирать. 1, 2, 3, 4. Тоже возьму 4 упаковки. Молоко, темный рис. Жевательные конфетки. Подсолнечное масло и мука. Жевательные конфетки.
Подсолнечное масло. Жевательные конфетки. Купил. Дальше следуем. Это можно сюда? О, получается, запихнул. Так. 24-21. Вода. О, чикс. Там маленькая упаковка воды. Мы, наверное, сделаем вот так. Восьмичку заберем. А вот эту запихнем. Так, хорошо. Картошка есть. Рис купить надо. Моющие для посуды. Рис и флакон. Моющие для посуды. Мука. Моющая для посуды. И что там еще было? А, вот этот. Все, запомнил. Купить. Так, хорошо. А что мы хотим? Что-то расширить, что-то купить, что-то. Что нам дальше? Как двигаться надо? Да. Покупать полки, мебель. Продукция. Ага, мы хотели накопить себе на новую лицензию на продукты. Лицензия 2600 стоит, с ума. А, это раздел, стоп. Лицензия 1900. Не хватит мне уже никак. Надо еще один день проходить, стараться аккуратно проходить. Тогда хватит на лицензию, но не открываться. А с расчетом на то, что мне надо как-то расставить товар. Мыло, картошка здесь. Вода здесь. Это мы купили. 3, даже 4. Может быть, еще одну туалет купить. Мыло. И... Вот это не ставится почему-то. Яички нормально. Блин, с яйцами проблема на самом деле есть некая. Курицы немного. Итог. Я сбился опять-таки. Мыло. Сыр пармезан и яйца по 8 штук. Так. Яйца по 8 штук. Мыло. Так, и что там было еще? Сыр моцарелла. Купил. Свет можно врубить, чтобы поёрше нам было. Так. Ну, в принципе. Хотел 17. Сыр и пшикалка. Сыр, пшикалка, шампунь. Сыр, пшикалка, шампунь. Сыр модный. Сыр, пшикалка. Шампунь. И туалетка еще одна. Вот еще 200 баксов ушло. Все, открываемся постепенно. Постепенно мы можем открываться, потому что мы это будем разносить очень-очень не быстро. Так. Туалетная бумажка. Туалетная бумажка. Сахарная пудра. Есть. Пшикалка. А, стеллаж заполнен. Вот так-то. Пшикалкой. Еще пшикалка. В зал, что ли, тарабанить ее? Ну, поставлю, ладно. Это что у нас? Sugar. Пабла. Так, шампунчик. Пумц. Так, молоко еще притарабанили. Так, шампунчик. Быстро. Оп, 44 шампуня. Мука. 9. Яйца по 4 штуки. 26 стало. Что-нибудь хватай, пофиг. Что-нибудь хватай, да и все, и поехали. Так. Сыр. Хитренький. Так, яйца по 4. Есть. Это у нас мука. Туда ее. Молочко. Запасики 12. Мыло, чтобы руки не воняли после. Как?
после как. Так, это сюда. Это сюда. Цветной рис. Опа, моющие для посудки, мойки. Посудки, мойки. Опять мыло. Сюда его. Сыр. 26. Так. Пармезан. Или это не пармезан? Я путаю. Пармезан, эти сыры все, господи. Понапридумывали сыров. Попробуй запомни все названия. Это моцарелла, по-моему. Моцарелла. Пармезан, но другой. Так, молочко. В зал. Значит. Жук. Еще. Так. Подсолнечное. Жвачки. 26 стало. Мука. Не пихается. Несем в зал. Муку. Будет здесь валяться, значит, пока что. Запасики стратегические. Так, туалетная бумажка есть. Эй, чё вы мою туалетную бумагу забиваете? Негодяй. Туалетная бумажка. Цветной рис. Есть 16 его. Надо забрать ее с проезжей части. Так, это у нас моющие для унитазиков. Так, это у нас... Это у нас цветной рис. Тут он не поместится. Вот сюда его чик-чик. Пускай здесь полежит. Пождет. Пускай пождет здесь поставит. Так. Цветной рис. Еще одна коробичка. Ну, одну здесь можно ставить. Так, пшикалка у них поместится. Тут все хорошо. Вода. Соль нормально. Спагетоли. Ой. Ну. Спагетоли 7. Отлично. Тут хорошо. Курицы что-то мало. Курочку разбирают, как пирожки горячие. Заберем курицу, значит. Курица моя. Оу, курица моя. Оу. Сюда курочку догрузим. Сейчас уже два пакована карту. Не понял. А, как же так, картошка? Картошка закончилась, картофанка. Курочка моя. О, раз, два, три. Картошечка моя. О, картошечка моя. О, картошечка моя. О, йогурты мои. О. Так, яблочный сок. Так, это все выгрузил. Яблочный сок. О, так, это какая-то куля. Куля-шмуля. Так, молоко. Помогаем. Пацанчики, не успеваю, бедолаги. Смотрим, просматриваем полушки. Туна. Заберем отсюда туну, выгрузим ее. А ту туну запихнем новенькую сюда. Яюшки. Нормально. Это сюда. Тут что? Тут ничего. А ничего. А через плечо. Хлебушек, норм. Давай поможем. Вроде с хлебом были траблы. Не достаю. А! О! По коробкам добрался. Так, картошечка разбирается. Курочка. Курушка. Оп. Картофанчик. Это выкидываем. Курочка моя. Курочка моя. Оу. Туалетка закончилась. Смущие 7 часов. Давай их покупим 2. Может быть, я спешу?
Может, одну хватит? Не будем тратиться. Мы же хотим купить какую-то лицензию или как? Или как? Ой, блин, ее на полке вообще нет. Вот это залет. Разобрали весь этот джор. Надо купить тогда, наверное, две его еще. Чтобы один туда, типа, на хранение, а один, типа, расставлять мне. Чтобы я подсматривал. 8. Много места занимает. Бутылки здоровенные. Вот здесь где-то его поставим. Туна. Так. Туна норм. Так, помог. Пщикалка. Щелк. Так, вот это могу помочь расставить, чтобы не бегали зря. Так, молочко хорошо, рис цветной. Мука, я вижу, что-то проблемка. О, у меня тут целый паковандра. Целый корабичка стоит. Так. Вот это можно выложить и выкинуть сразу коробку, чтобы не мешалось под ножками. Картофель забирает. Курица. Надо, не надо. Надо курица, не надо курица. 3000, вон, сколько бабла. Ух. Картофинчик. Йогурты. Йогурты нормально идут. Так, хлебушек. О, хлебушек, тут у меня что-то лежит. Положим. Казалось бы, есть носильщики. Все, бери себе. И нормально себе это самое. Давайте нормально разносите. Да нет, не успевают, пацаны. Видите, вода, тут две бутылочки осталось. Почему? Да у меня тут полно воды. Полным-полно, пацаны, просто банально не успевает. Просто банальнейшим образом. Может, у меня просто тоже закончилось сверху? Да нет, 32 единиц. Ничего не закончилось. Потому что они просто, ребята, не успевают. Просто банально не успевает раскладывать. Вот и вся проблемка их. Так, молоко. Забрал коробку с мукой. Принес муку. Я уже разложил, видимо, он зря бегал. Потому что я уже разложил. Тут и сюда. Так, мука разобрана вся. Картофель, пицца. Курочка, йогурты, масло. О, можно сюда впихнуть. Ну, так и живем потихонечку. Вон, 3, почти 4 тысячи заработали. Это последние клиенты. Так, тут что за коробка пустая, да? Выкидываем. О, я уже 30 минут играю. Отлично. Сейчас еще один день, я думаю, завершу. Куплю сейчас себе все-таки, наверное, рискну. Сделаю себе покупку. Так, тут все нормально. Туна нормально. С яйцами какая-то неразбериха. Так, тут хорошо. Цветной рис нормально. Тут хорошо, видимо. Мука. Полностью забита. Хлебушек. Все. Можно нажимать Enter. Не будем задерживаться. Два товара все-таки не было найдено. Мы получили очки магазина. Начинаем следующий день. Смотрим. Сахарная пудра упала в цене, к сожалению. Сахарная пудра. Которая это самая дешевая. Стала 4,78. Поставим 4,80. Да? Будет нормально. 4,80. Хорошо. С этим мы закончили. И теперь нам нужно бы, по идее, бы контролить. Но давайте мы не будем просто спешить. Я хотел очень сильно купить себе новую лицензию, чтобы мне как-то был посвящен чему-то ролик. Я ее себе сейчас куплю. Лицензию на товар куплю. У меня останется еще какая-то часть денег. Придется мне как-то потом уже думать. О, купили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 видов товара. Мне надо теперь думать, а куда, собственно, их девать, куда их раскладывать. Давайте поглядим, что это за товары у меня купленные новые. Чай. Это старый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это у нас холодильник. Муска. Какая-то мусака. Мусака. Не знаю, что такое мусака, но она хранится в холодильнике. Какой-то лосось. Это рыба. Рыба. То есть нам нужно холодильник под рыбу придумать. Холодильник может поставить отдельный, чтобы стоял себе, и там мы чисто рыбку хранили. Кстати, вариант. Стейк.
холодильник, то есть где-то будет мясо, где-то будут сыры. Надо это тоже как-то отделять, получается, потому что у нас становится товаров просто очень много. Гратен с гребешками. Что такое гратен с гребешками? Черт его знает. Стейк. Во, лосось, стейк. Большие суши. Но это рыба, суши. Холодильник, холодильник, холодильник. 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 Тупо все на холодильник. Все виды товаров, все холодильник. Лосось. Давайте начнем как-то с рыбных изделий. Лосось 2 купим. 3. А, купим суши. Раз, два, три. И у нас уже $800 уходит. То есть мы супер будем в минусе большом. Тогда на полку пока себе его не берем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У нас 1300. То есть у нас уже будет покупка на очень большую сумму. И мы смотрим, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть у нас слотов хватит вполне. Где-то надо рыбу сделать, где-то сделать мясо. Сейчас будем это думать. Давайте сделаем покупку и будем думать. Купим. Сделаем покупку. Вот, допустим, вот коробка. Первая. Ага, я не знаю, что это такое. Ага, прикольно. Это, ну, похоже на какое-то мяско. А, корова нарисована. То есть мясо. Вот, допустим, будет здесь у меня мясо. Холодильники. Такие мясные типа ребрышки. И 32 единицы загружается. Очень много с одной коробки идет. Это большой-большой плюсик. Цена его, ого, $15. Можно ставить 15... 90 смело. 92 не буду. 15,90. И что это такое? И что это такое я купил, чтобы я понимал хотя бы. Давайте здесь немножко побольше изображения. Слишком маленькие. Отбивная из телятины. Стейк. Это тоже мясо. Стейк. Давайте стейк поищем. Это какие-то кругляшки какие-то. Это какая-то непонятная. Вот это стейк. Это, по-моему, стейк. Тоже здесь будет у меня мясная тема. Тоже его очень много так вот накладывается. Прям куча, 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 куча. Но это хорошо, что так много его. Что он много места в холодильнике не занимает. По кусочкам эти стейки. Так, это цена 13. 13,05 поставлю хитро. Так, 13,05 стейки пошли. Это что такое? Такой-то пирог, что ли, какой-то. Это что такое? Похоже на какое-то мясо тоже. Кругленькая. Это что такое? Это по... А, суши, видимо. Норвей. Норвей это типа Норвегия. Фух. Муска. Я не знаю, что такое. Надо гуглить все. Муска. Вот мы стейки и эту поставили. Суши маленькие. Гратен с гребешками. Большие суши. Маленькие суши, большие суши. Элерго. Маленькие суши, большие суши. Так, это походу суши. Ну, похоже, да, ладно. Суши, давайте их. Ну, тут, короче, стейки у нас эти вот. Давайте тут суши разгрузим. А, вот, все, их лучше видно. Что? Больше не помещаются. Вот, блин, мне немного места занимают эти суши. $20. $21 можно ставить смело. Ну, а остальные суши. Ну, нам надо новую полку под суши, под рыбные эти всякие штуки. $700. Блин, надо покупать заново. Стеллаж еще один. Подождите, я запутался. Полки, мебель. Ну, а как мы полки, холодильник, морозилка. О, я что-то вообще потерялся. Подождите-ка, мне надо купить стеллаж в эту, в склад. Такой стеллаж. Где они? Почему я тут их не вижу в этом разделе? Продукты, мебель. Или я где-то не там их смотрю. Большой столик, морозилка. А что они пропали у меня с этого списка? Холодильник, касса, светильники, полки, мебель, продукты. Не понял. Я типа не могу больше, пока склад не разовью, купить себе больше стеллажей. 5 разделов за 2200 купить. Развитие. Найм.
Счета. Лицензии. Походу нельзя. Склад. Маркет, мебель. Нету просто полок. Небольшой столик, морозилка, полки. Блин, жесть какая-то. Тут раньше было, по-моему. Куда оно делось? Может, пока не развитие не сделаешь, нельзя себе больше полок сделать? Какая-то жесть, честно. Это нечестно как-то. У меня больше и полок, по-моему, свободных-то и нету. Чтобы хранить что-нибудь. Мыло. Ну, тут одна свободная, по-моему, полка. Мыло, тут ничего нет. Очень странно. Очень мега странно. Ну, временно здесь, значит, поставлю эту коробку. Ладно. Фух. Ну, видимо, я сегодня новый день не буду начинать. Это суши побольше. Времени уже просто, ребята, не хватает. Вот так немножко. Вот это суши, наверное, побольше. А, они вот, видите, они сами видно по ним, что они побольше идут коробками. Я сегодня только разложу 25. 25-50. 25-50. А, и посмотрим, куда. Вот это какие-то... Похоже на какой-то фарш. Ложка нарисована. Или какие-то макароны. Ну, давайте их туда вниз. Ага, вот так поближе можно их рассмотреть. Вот, вот так вот поближе их можно рассмотреть. Угу, какой-то типа фарш, что ли. У меня просто некуда их складировать. Вот в чем проблема. О, вот такой дешевый. 3,60. Так дешево. Так, это что? Тоже какой-то фарш, что ли. Тоже его, значит, сюда положим. Ну, видите, что такое? Мой сак. Какой-то пирог, что ли, мясной. Я такое никогда не кушал. Не знаю, что это такое. $13. 13,90. Так. И последнее это Норвей. Что это Норвей? А это рыба. Рыба, скорее всего, бы нам бы лучше бы здесь хранилась. Суши с рыбкой. Давайте ее сюда. Норвей. Кстати, очень хорошо. Целая упаковка вся выгрузилась. Только не забыть поставить цену. Таким образом, мы как бы себя обеспечили. Но только 10. Можно ставить 10. Во. Таким образом, мы себя обеспечили. Новые товары разгрузили. На первое время это будет нам хватать. Плюс я еще буду в начале ролика просматривать полки. Чего мне не хватает. Буду делать заказ, потом уже открываться. Хорошо, пока что я сохранюсь. И завершаем на сегодня нашу серию. В принципе, серия довольно-таки успешная. Единственное, что я не понял, это реально, почему я не могу купить себе дополнительные стеллажи на склад. Неужели из-за того, что я зал не расширил? Нет, это бред какой-то. Сам склад расширил. Я недавно зал расширял, купил две полки, что больше не могу их позволить себе купить. Есть какое-то ограничение на полки для склада? А если я сейчас продолжить нажму? Чисто продолжить и чисто зайду в компьютер. Типа перезагрузил, допустим, игру. И быстренько мебель. Нету стеллажей. Полки, холодильник, морозилка, лампа, две кассы и небольшой... небольшой стеллаж. Но это, по-моему, для книг, для разных. Стеллаж. Это не тот, ребят. Это не то. Какая-то фигня происходит. Ладно. Всем пока-пока.